Right to Life presents. В Индии случаются сильные ливни, и в этот период страдают не только люди, но и животные. В индийскую службу спасения Animal Aid Unlimited поступил звонок от небезразличного человека. Он сообщил, что возле разрушенного дома бегает собака и страшно воет. После проливных дождей случился оползень, и дом разрушился. Когда спасатели прибыли на место, они увидели одновременно взволнованный и радостный взгляд собаки. Это была мама, и судя по ее виду, ее потомство совсем недавно появилось на свет. Собака кинулась к спасателям навстречу и начала вилять хвостом, всем видом показывая свою признательность и просьбу о помощи. На месте дома остались одни развалины, и собака сразу повела людей к небольшой яме. Собака изо всех сил пыталась копать, но камни она раздвинуть была не в состоянии и просто сбила лапы в кровь. Очевидно, что под завалами были ее новорожденные щенки, которых нужно было немедленно спасать. Спасатели не знали, сколько малыши провели времени под завалами и живы ли они вообще, но судя по поведению матери, они решили приступить к разбору завалов. Материнская любовь творит чудеса, и собака, скорее всего, чувствовала, что ее детки живы или слышала их просьбы о помощи. Пока спасатель разгребал завал, мама суетилась вокруг, всячески пытаясь помочь. Судя по всему, под камнями кислорода почти не было, и счет шел на минуты, нужно было спешить. Еще пару камней, и мужчина тоже услышал жалобный писк, на счастье малышей. Всего удалось спасти двое малышей, были ли еще неизвестно, так как их найти не удалось. Благодарная мама бегала вокруг и облизывала спасателей и малышей. Ей вернули ее детей, самое ценное, что у нее было. После пережитого ужаса и разлуки, малыши плотно покушали, но бросать пушистую семью просто так было нельзя. Спасатели взяли теплые подстилки и нашли укромное место для мамы и ее детей. Напоследок они оставили ей еды, чтобы мама ни в чем не нуждалась. Они обязательно подыщут маме и малышам новый уютный дом и заботливых хозяев. Пожелаем хвостикам удачи. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. Вместе мы сделаем мир чуточку лучше.